Андрей! Андрей! Одели, включают газовые горелки и идет первый удар. А какая температура вот на мороза, на мороз? Сколько? 17,5. 17? Минус 17. Минус 17. А 4 часа мороза, 2 часа в воде. Ага. А вот он выдержит 50-градусный мороз. В Якутии можно строить из него? Конечно. Можно, да? Просто так кирпич морозится. Он же полностью в однонасыщенном состоянии. Отправляется в морозилку, выдерживает там 4 часа, 2 часа освобождает. 2 часа размораживается в воде. И так, сколько у нас? Мороз 200, 200 циклов так он выдерживается. 200? 200. У нас хорошая переработка сырья, потому что у нас мельница, маленькое водополучение у нас, поэтому очень хорошо. Это вы должны каждую партию проверить или как вот? Раз в 3 месяца. Раз в 3 месяца. Да, раз в 3 месяца по морозу. А это вот эта морозильная установка, она отечественная какая-то или тоже импортная? Не, у нас это простая морозильная установка. Простая. Есть, да, есть, которые автоматически они сами и морозят, и охлаждают, но у нас все старенькие мы кладем. По старинке, но это все сертифицировано, да, все это конечно, да, гастировано и прочее. Старт, то есть это не старинка, но все это вот настоящее. Да, да, конечно. А, сколько у вас здесь работает человек? У нас 2 лаборанта. Так. День мы работаем, ночь у нас нет лаборанта. И старший лаборант, и начальник лаборатории. А начальник лаборатории... А какое образование? Не строительный. Да, но она проходила курсы, разумеется, в Москве, там обучалась. Угу. То есть за счет фирмы обучалась? Да, она ездила обучаться, даже я ездила обучаться в Москву, угу. Проходила курсы.
То есть вы все прошли обучение через завод дополнительно? Да. У меня промышленное гражданское строительство, я в политехе училась, но я благодаря заканчивала и вот проходила дополнительные курсы в Москве. А как вы давно заканчивали ПГС? В 18 году я закончила. То есть, видите, совсем недавно, так что, ребята, вот видите, как можно на хороших промышленных предприятиях работать. Это ПГС тоже. Да? Это ПГС тоже. Какой? Первый. Первый.